Меня предали. И вот теперь, почему это произошло? Связи. Со всеми, в общем-то, схема везде, всюду и везде одинаковая. Всегда в отношениях действуют деньги, признание, да, признание, деньги. Друзья, деньги – это могут быть игрушки, недвижимость, не знаю, билеты какие-нибудь, неважно. И здоровье. Почему признание? Дело в том, что если я, например, не буду признавать Марину как лучшего друга, наикрутейшего продвиженца, она выгорит. Ей станет со мной неинтересно, потому что она делает 1000 дел, она реально моща, а я буду ей говорить: ну да, ничего, ну молодец, нормально все. Да? Что бы с ней случилось? Да что ты там делаешь? Да что ты там делаешь? Вообще фигней какой-то занимаешься? Вообще о чем это? Сколько? 15 человек у тебя? Господи, что там делать? Ты видео снял, рекламку дал и все. Зачем тебе столько, 15 человек, команда? Слабачка. Да? Я думаю, через 3-4 эфира мы бы, значит, Марина сидела бы здесь уже такое. Ну, как минимум. Да, и как минимум 5 экспертов бы новых нашла себе, да? Да, думаю, 10 благодарных. Вот. То есть в семье, если или в отношениях с друг с другом, подругами, друзьями, с родителями, с детьми, везде и всюду, что для каждого важно человека, это признание, да? Но признание не типа, что ты сделал, а увидеть: блин, ты есть в моей жизни, это ты классный, это благодаря тебе у меня что-то есть. И вот это признание. Даже что ты хороший ребенок, ты прекрасная жена, ты прекрасная мать, ты прекрасная подруга, друг, ты очень хороший человек, ты моя надежда, опора, и ты. И вот эти все слова очень важны. Если мы когда-то в отношениях и в дружбе забыли их озвучивать, да, человек, не каждый может интуитивно, да, как я, например, я знаю, что Марина меня очень любит. И скажет она мне это или не скажет, я это знаю, я это сердцем знаю. Но не все умеют сердцем знать, да, поэтому надо ушком тоже это говорить. И в отношениях часто признание является одним из пунктов, когда, например, выбрали другого, да, но все говорят: он выскочка, подлизун. А что еще там говорят-то про таких? Или что-то? А почему ты лизун? Может, человек говорил, как есть, как чувствует, как живет. В моей жизни была история. У меня была учительница русской литературы Надежда Александровна Сотникова. Это был самый великолепный человек из всех учителей, которые были в моей жизни. Все учителя были хорошие, но это самая яркая была моя история в жизни. И знаете, мне до сих пор, сейчас, конечно, не стыдно, но почти стыдно, что в школе я не могла признаться ей в любви, потому что меня бы считали подлизой или там, я не знаю, что бы придумали они мне, но тогда так было в школах, и я не могла ей выразить свое признание. Я благодарна судьбе, что после школы у нас были встречи, и я смогла найти время и возможность сказать ей то, что я думаю о ней, что она самая лучшая, вот что со мной случилось в школе. Я благодарна, что мы встретились. Я благодарна миру, что у меня вот это случилось. Я не знаю, как бы я жила, не сказав эти слова ей. И как часто мы в миру забываем это сказать друзьям, подругам, близким, знакомым, просто прохожим, просто как женщина это около лифтерши. Простой лифтерши, да? Что она самая замечательная лифтерша, которую мы встречали, потому что она улыбается, она здоровается, она делает так, как лучше для нас. И вот эта скупость приводит нас к
предательству, увольнению. Выбрали другого. Почему деньги? Дело в том, что деньги в любом случае влияют на нашу жизнь. Да? Ты мне не дал списать в школе, я с тобой больше не дружу. Ты не подарила мне ручку, которую я хотела, я с тобой больше не дружу. Ты мне не заплатил зарплату, которой я достоин, я с тобой больше не дружу. Ты мог бы уступить мне билет в цирк, поэтому я с тобой больше не дружу. Деньги всегда играют роль. Ты не отдала мне свою квартиру, больше я с тобой не хочу дружить. Да? Долг не отдали. Да, долг не отдали, да? Вот. И из-за денег или долг не отдали, это не всегда бывают даже деньги. Да? Я для тебя все делала, делала, сючки-пусечки, а ты взяла и пошла где к другой. Благодарность? Где благодарность? Это тоже долг. И, конечно же, здоровье. Дело в том, что здоровье есть не только физическое, но еще и психическое. И иногда мы позволяем себе нахмуриться, сказать: отстаньте, надоели, вы не даете мне что-то, и начать себя внутри разъедать и не получить желаемого, предполагая, что это они так сделали. И вот эти вот три, есть еще, но нам пока хватит, три и три, достаточно. Поэтому, когда вы выписываете имя человека, имя, второе, плюс ситуация, да, то есть у нас есть имя, есть ситуация. Ситуация предательства, уволили с работы, выбрали другого человека, другую подругу, другую компанию. Есть имя, ситуация, и теперь есть связи.